99%, что не будет ни синего, ни золотого. It's time to халява. Вот эти горячечные грезды через пару дней кому-то отлетят. Вводим два моих промокода. Должно быть больше 8, а лучше больше 10 человек. Hey, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И ты часто меня спрашиваешь, где взять хоть какой-либо скин. Я отвечу тебе на этот вопрос. Есть множество сайтов, но есть один интересный сайт, где недавно вышло обновление, и знаешь что? Я нашел, походу, там баг, поэтому давай посмотрим это видео. Дальше, кстати, видео будет как и конкурс, как и розыгрыш, как и промокод на сайте. В общем, ты останешься доволен. Поэтому с тебя лайкос, подписос, погнали! Сегодня поговорим о сайте CSGO500.io. Вышло новое обновление, классическая рулетка. CSGO Polygon, привет, наверное, и пока. Потому что там мы залутались, там был баг, и теперь он перекочевал сюда. Ну что, давай сначала пройдемся по всему функционалу сайта, расскажу, куда ввести промокодик, чтобы ты уже начал поднимать баблишко, расскажу, как залогиниться, расскажу о схеме, ну и также какой-то скинчик выведем. Заходим по ссылочке в описании, нажимаем логин регистр. Естественно, выбираем Steam, проще всего залогиниться именно здесь. Видишь, никаких паролей не надо, сайту не нужно ворвать твои аккаунты абсолютно. Единственное, что когда ты будешь вводить скины, либо выводить скины, тебе нужно зарегистрировать аккаунт именно на сайте, чтобы сайт подумал, что не какой-то не бот или не мультиаккаунтинг. Понял, да? Смотри, welcome back, пишет Сайбербанана, привет тебе еще раз. Тут у нас встречает Well of Fortune, классическая рулетка, дуэли, краш, матчмейкинг и какие-то еще новые, но пока их не появилось. Расскажу сразу, в дуэли вообще не лезем, вас сольют. Рассказываю матчбейкинг, ну, на Нави можно иногда поставить, но лучше не стоит. Краш, да, на 1.5, на 1.7 очень часто выпадает, поэтому можно там поднимать. Классическая рулетка, она своеобразна, но там есть маленькая хитрость, о ней как раз расскажу сейчас. И Well of Fortune тоже, я знаю фишку, где реально можно поднимать, есть хороший, интересный способ. В итоге, ребят, смотрите, первое, что делаем, нажимаем Rewards, и здесь, где Free, вводим два моих промокода. В описании также все найдешь, и у тебя на счету должно быть минимум 500, максимум 1000 буксов. Что такое 1000 буксов? Это 1 доллар. Окей, летим первым делом сразу же в рулетку, потому что самое сочное именно здесь. Итак, рассказываю один раз, показываю один раз. Итак, что мы делаем? Ищем сначала, видишь, вот выше меня. Тут должно быть больше 8, а лучше больше 10 человек. И ставим именно туда, где меньше всего ставит денег. То есть смотри, красное 10 человек ждем, с черной ждем 10 человек и ставим туда, где меньше всего поставила. Окей, ждем. It's time to халява. Вот эти горячечные грезды через пару дней кому-то отлетят. Первая ссылочка в описании, участвуй. И если ты хочешь добавочек, еще заработать 200 рублей себе на киви кошелечек, все, что нужно, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и одному другу посоветовать меня. И вот на этом месте, в следующем видео, ты себя найдешь. А с прошлого ролика вот эта парнишка забирает. 7000 ставит, смотри, пока 6 человек, ждем 7, еще 8, девяточка есть. Все, смело льем на черное. Смело льем, потому что, знаешь что? Потому что мы сейчас заберем. Это работает всегда. Единственное, да, иногда бывает, заходят боты, ставят большие суммы, и они их забирают. Но надо следить за этим, быть аккуратней. Лучше не спешить и аккуратно отыгрывать. Ради интереса, смотри. Фига так лагануло, да? Но я знал, что будет черная, поэтому смело, спокойненько денежки забираем. Поняли? Это так работает. Я могу еще раз показать то же самое, но давайте перейдем еще к сочному крашу. Что такое крашик? Это здесь мы можем на халяву поднимать бабло. Как это делается? Ради интереса. Тоже ставим 1000, чтобы я вам показал, как это работает. И смело ставим 1.5 и вообще не паримся, по-любому так будет. Здесь очень часто 1.5 вот минимум выпадает. То есть мы просто ждем момента, когда забираем бабло и забираем. Так, краш, давай быстрей, надо ребятам показывать, не хочу затягивать видео, хочу показать действительно, что это работает. Окей, вообще не парюсь, нажимаю bet. И с уверенностью в 99% я говорю, что будет 1.5. Смотрим. Идет, кстати, быстро, можно даже на 1.7 вывести. Я уверен, кстати, так будет. Ну все, ждем. Да, ну ты понял, да, 1.5 очень часто здесь ты можешь на халяву поднимать. Окей, летим дальше, тоже затягивать ролик не буду. И самое интересное, самое вкусное, что здесь, кстати, есть, если ты какой-то скин уже залил себе сюда на сайт, то ты можешь участвовать в трейне. То есть он автоматически заканчивается здесь и всем раздает награду. Окей, рассказываю один раз тоже. Well of Fortune. Как на халяву здесь поднимать. Итак. Расскажу на примере 1500 этих баксов. У тебя, если маленький лоу баланс, играешь 150 и 100. То есть 100 ставишь на красное, 150 ставишь на серое. Я на примере себя поставлю, смотри, на черное мы ставим 1500 и на красное ставим 1000. Вот так. И вообще не парясь, даже при том, что, смотри, раз, два, три, четыре раза было серое, я с уверенностью могу сказать 99%, что не будет ни синего, ни золотого. Да, конечно, бывает. Иногда выпадает, и ты такой...
Ё-моё, ну как так-то? Ну почему именно я? Бывает такое, надо просто дождаться момента, и все у тебя получится. Смотрим на примере, как видишь, мы баблишко подняли. Плюс 500 монет постоянно будет всегда, если будешь так ставить. Плюс 50 монет, если будешь ставить 150 сюда и 100 сюда. В общем, в принципе, я вам все рассказал, все показал. На вашем примере, видите, без каких-то урывков, без каких-то обрезаний, я вам все реально показал, что это действительно работает. Поэтому пробуй, дружище. Единственное что, давай мы выведем сейчас скинчик какой-нибудь, чтобы ты удостоверился, что это в натуре рабочая тема. Итак, берем. Слушай, какая... Уф. Давай ее попробуем замутить, а? Я считаю, нормальная тема. Я думаю, что это будет достойным завершением этого видео. Осталось нажать пару кнопочек мыши. Раз и... Та-да-та-да-тан. Два. Пум. Готово. Как видите, сайт действительно выводит. Ну, вообще проблем никаких не может быть. Я уверен, этот сайт вообще работает. Давным-давно работает сейчас. И будет работать еще через пару лет. Сайт реально годный. Ладно, давай еще раз сделаем один кружочек. Не спешим, ждем полторашку, выводим. Как мы это уже делали, как мы это уже проходили. Окей, полтора закрыто. Забрали, 1.54 есть. Летим в рулеточку. Здесь все то же самое. Дожидаемся момента, где поставили больше, ставим туда, где поставили меньше, и все. Не забываем, что там должно быть, как бы, где там народ-то показывает там обычно. Ой, меня не видно в основном. Вон там, видишь, пятерочка, шестерочка стоит. Ждем момента, когда там будет 9, а уже там есть 9. С другой стороны, пока не видим. Ну, подготавливаем пока косарик. В принципе, я вижу здесь черное. Черное, здравствуй. Давай теперь быстренько нам, чтобы мы показали еще фортуну, ту самую. И, родная, давай. Татари, тантаран, тантан. Не верите, да, мне? Не верите? Ай, зря. А я поднимаю тем временем. Окей, теперь летим в Эллоу Фортун. И делаем абсолютно то же самое. Ну, пока мы не успели, сейчас колесико закрутится, и все. И потом полетим дальше. Фига, тут смотри, много было всяких и синих, и красных, и всего 4 красных. Ля. Тут еще можно, кстати, залететь в трейн. Тоже самое неплохо. Окей. В принципе, давай. Сюда. И... Сюда. Все как обычно. Полторашечка сюда, 1000 сюда. Синего давным-давно не было. И, возможно, сейчас тревожный звоночек. Но почему-то этот звоночек меня вообще не волнует. Меня волнует только утром будильник. И то просто, чтобы надо встать, как бы, да, в этот крутейший. Так-так-так, куда золотое, слышь? Золотое? Нормально. Знаете, что сейчас делаем? Итак, мы, в общем, потеряли, получается, 2500. Чтобы эти 2500 увеличить, нам надо как сделать? Получается, 5 сюда, 7500 сюда. Правильно же? Да. Вот так. Сейчас, изи. Хорошо. Еще побольше поставим. Да, если 5, так полторы, так это... Да, все правильно поставил. Но давайте, чтобы наверняка, да, наверняка. Давай опять косарик сюда и косарь 500 сюда. Как и полагается. На самом деле, я половину ставок закрываю своим телом. Ну что же делать, мое тело тоже должно быть в кадре. Уверенность в 1000000% %, что сейчас не будет синего. Еще раз показываю. Да, как я говорил, бывает выскакивает. Тут, видите, золотое тогда выскочил. Но это никого не волнует. Я просто увеличиваю ставку и закрываю свой минус. То есть все так работает. Единственное, что, ребят, обязательно... Я вас жду в своих подписках, в лайкусиках и в комментариях. Это очень и очень важно. Напишите мне, сколько вы залутали с этого сайта и сколько вообще вывели с этого сайта. Мне дико будет интересно. Спасибо, что досмотрел до конца, но хочу тебе очень важную мысль донести. Не вводи сюда свои деньги, потому что ты можешь потерять абсолютно все. Думай своей головой, я тебе дал промокод, используй его и попробуй поиграй с ним. Не более. Все, пока-пока. Посмотри еще вот это годное видео. Удачи.